На горизонте мы насчитали как минимум 8 катеров. Спасательная операция продолжается. В небе баражирует вертолет. Самолет упал в акваторию Ейского лимана сегодня около 15 часов. В этот момент на пляже, конечно же, было много людей. И очевидцев происшествия тоже достаточно. Сергей Кондрашин как раз загорал у берега и говорит, что весь пляж любовался крутыми виражами самолетов над морем. Люди восхищались фигурами высшего пилотажа в небе. Вот так тын-тын-тын. Ну, понятно, что разворот бочка. Еще боевой разворот опять. Ну, я думаю, наверное, раз морские летчики, наверное, что-то тут, ну, упражняются, скажем так, да? Но это именно Су-25. Конечно, конечно, да. Сам момент падения Сергей не видел, зато он попал на камеры телефонов других отдыхающих. Это видео огромного всплеска появилось в социальных сетях. Снижается. По официальным данным, штурмовик Су-25 выполнял служебно-тренировочный полет. Предположительно, крушение произошло из-за отказа двигателя. Турбурет упал, и парашютист вылетел, как бы. И все. Очевидцы с берега также комментировали, что видели, как катапультировался пилот. А в море летчик катапультировался, будем помогать или нет? Глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что пилот Су-25 погиб и выразил соболезнования семье. На месте крушения работают специалисты Министерства обороны и специальных служб. Мария Николаева, Виктория Шадрина, Игорь Хашубин, Кубань-24, Ейск.